Хотелось бы рассказать вам немного про башкирский курай. Этот инструмент, на котором вот мы играем, это маленький тростник, который растет на Южном Урале. Кураист, прежде чем срезать, обращается к нему. «Курай!» Он отвечает. «Что? Где ты вырос?» «В лесу». «Кто тебя срезал?» «Кураист». «Для чего?» «Чтобы играть». И отрезает. Играя, он восхваляет всю ту красоту, созданную Богом. Все те края, которые окружают горы, леса, реки и поля. И всю свою благодарность и любовь, которую он не может выразить словами, выражает через музыку курая. Следующая композиция называется «Урал». Это самая древнейшая композиция башкирского народа. Сколько существует наш народ, столько существует курай, и эта мелодия. Урал. Thank you.
Николаевича!